Всем доброе утро, дорогие друзья. Сейчас у меня Света собирается в школу и подходит и вручает мне вот это. Света, расскажешь, что это? Ты про чё конкурс был? Объясни мне. Как так не помню? Сертификат за активное участие в конкурсе детского художества, творчества, природа, родного края, экологические акции, марш парков. Не помнишь уже? Света участвовала в конкурсе, получила сертификат. Ну, вот такой вот. Потом дальше, что я здесь еще вручили? Это Вишера заповедная. Вот такая вот газетка. С фотографиями. Кстати, вот такие вот красивые рисунки детки, видите, делали. Света тоже там участвовала. А тут нет твоего рисунка? Ваш отправили плакат дальше по конкурсу, да. Куда-то. Так что их еще пока полностью неизвестно, кто и что победил. Ну вот Света говорит, отправили плакат дальше. Будем надеяться, что что-то ребенок. Ну, они у меня молодцы, они у меня в конкурсах участвуют. И вот такую вот книжку. Таежные версты заповедной Вишеры. Такая вот книжица про наш Красновишес, про Вишеру. Про все про это. Вот так вот. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Вот на такой хорошей ноте мы сегодняшний день и начнем. Скажи всем доброе утро. Доброе утро, да. Ваня проснулся, да, Ваня? Машка собирается. Ой, мама свет включила, да. Нам надо сейчас белье разбирать. Многие спрашивали, как мой цветок, орхидея. Орхидея у меня хорошо цветет, слава тебе, Господи. А, ты маме говоришь доброе утро? Штаны будешь одевать? Не хочешь? Ваня вот так накрылся и сидит. Все тут сборонил, да, Ваня? Да, Ваня выспался. Время уже к 11 часам подходит, а Ваня выспался, да, Ваня? Ваня, Ваня мультики смотрит, да? Ну ладно, смотри мультики. У меня уже пришли Оксана со школы и Егор, да? Угу. Ты рогалик-то что не ешь? Рогалик? Ну тебе, которую булочку я дала, это Катина булочка. В целом, чем буду сегодня заниматься? Я достала тесто, сейчас я вам покажу. Оно уже, кстати, вздуваться начинает. Надо духовку будет скоро включать. Будем стряпать сахарненькие нибудь крендельки, что-нибудь такое постряпаем. И достала желудки на ужин, потом что-нибудь приготовлю. Так что вот так, мне еще сегодня в город на... Ты суп занес? Так, суп на... Ты будешь, Оксана, суп разогревать тебе? Не хочешь? Нет, ладно. Хорошо. Все, разогреваем мужу обед. Дорогие друзья, в тот раз я протирала окна, и многие сказали, Настя, это не мытье окон. Сейчас я покажу, почему я их каждый раз протираю. Вот смотрите, это окна у Егора в комнате. Вот Егор со школы уже пришел. Поздоровайся хоть для приличия. Ну ладно, все. Вот смотрите, у него сейчас открыл окна, видите, что? Видите, что? И вот так вот у нас каждый раз. Каждый день. И вот, да, я у тебя вчера протирала, пока ты в школе был. И поэтому я вот так вот каждый день прохожусь а и протираю. Окна были открыты, ничем не меняется. Так что закрыть. Так все равно надо, Егор, протирать. Ты чего? И вот таким вот образом. Вон здесь аж видите, сколько воды. Каждый день поэтому приходится окна протирать. Вон сколько воды. А вы говорите, я не мою, я просто протираю. От того, что каждый день мы протираем, они чистые. Идеально. Даже и мыть не надо, да, Егорк? Егор, скажи, мне хоть эта жизнь облегчивает, да? Вон что воды сколько. И вот так вот постоянно мы протираем. Ну, снег. Многих смотришь. Вот я смотрю, Миями мама. У нее там песочек, тепло, хорошо. А у нас погода снег. Вот так вот. Все, протерли.
Сейчас пойду вот таким же образом все остальные окна протирать, чтоб, не дай боже, нигде ничего не было. Тут у него цветочки стоят. Я уже их полила. У нас тут постоянно леечка стоит, чтобы поливать. Так что вот такие вот у нас новости. Так, дорогие мои друзья, вот такие вот я 3 пачки теста достала. Видите, уже подтаяла и достала желудочки. Сегодня хочу гречку сделать с желудочками. И вот сейчас займусь тестом, потому что прям чувствуется, что оно там внутри уже поднялось, растаяло. И буду делать слойки. Сделала первую партию вот таких вот рогаликов. Надеюсь, что-то получится вкусно. Ну вот, надо что-то такое сделать. Тем более, сегодня у меня Ванюшенька дома. Надо что-то на печь настряпать. И из-за того, что я в город, мне надо еще ехать. Я не могу такое долгое что-то стряпать. Надо что-то побыстренькому. Вот это самый легкий способ. Как испеку, покажу, что получилось. Так, первая партия у меня испеклась. Вот такие вот они у меня получились. Сейчас сверху смажу растительным маслом и приберу на тарелочку, чтобы остывали. Сейчас будем продолжать дальше. Я тут уже начала дальше заготовочки делать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Все, раскатала остатки теста. Сейчас допекется и поставлю вот это вот выпекать. Детки уже кушают, вкусняшки. Ну, а я допеку, потом буду собираться в город на ехать. А вот и вторая партия испеклась. Сейчас смазываем маслом и убираем. И допекаем вот эти вот оставшиеся. Так, вот получается 2 партии здесь. Ну, тут еще ребятки поели, поэтому вторую миску приготовила сейчас, потому что испекется еще. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я буду дальше со своими делами домашними заниматься. Все, допекла 3-ю партию, получилось так, но еще сюда часть сложил, вот так вот. Все кушают, всем приятного аппетита. Ну, а я буду собираться в город. Сейчас буду собираться в город, мне надо съездить в администрацию, сделать отчет. Съезжу и потом буду ждать звонка от подруги, мне надо купить комбикорм курям. Пока еще деньги есть, надо купить. Иначе потом кормить нечем будет их. Ванечка у меня остается с Оксаной и с Егорушкой. Егорушка уже дома, он мальчик у меня большой, я ему доверяю. Но я недолго, я буквально, может, час, полчаса туда езды, полчаса обратно. Там быстренько все сделаю, напишу и все, и домой сразу же. Так что вот такие вот новости. Если кому хочется со мной прокатиться, то поехали. Дорогие друзья мои, Катюша у меня пришла со школы и тоже пришла с подарком. Ей вот такую тоже подарили книжку «Жемчужина Древнего Урала». И Катя получила также грамоты. Сейчас я вам их покажу. Так, награждение Тарантина Екатерины, ученица 5 класса за наилучший результат в классе всероссийской этнографического диктанта. Вот такая вот грамота. Дальше второй диплом Тарантина Екатерине, занявшая 1 место природа родного края. Нифига себе, Катюха, ты у меня умничка. Вот такой вот. Порадуйтесь вместе с нами. Сегодня у меня прям день радости. 3 грамоты дети аж принесли. Катя, так ты 1 место заняла. А, еще вот такую шоколадку ей дали. Вот. Все.
И да, в тот раз Маша получила приз. Многие удивились, то, что вот раздали всем. Маша сама сказала, я ей, когда она пришла, я говорю, убери, сама и будешь есть. На что она сказала, нет, я буду со всеми делиться. У нас, как обычно, получили они приз, они делятся со всеми. У нас это заведено. Вот сейчас Катя тоже пошла, она открывает свою шоколадку, сейчас будет делить ее на всех. У нас это так. Я не знаю, у кого как, но у нас вот так вот, что обязаны поделиться со всеми. Вот молодцы у меня дети. Я очень радуюсь, когда они у меня где-то что-то участвуют. И вот такая вот большая-большая книжка у нас уже. А Света другую книжку принесла. Ну, маленький кусочек можешь дать мне. Тут такие вот картинки. Если кому интересно будет эту книжку полистать, напишите, я засниму видео, полистаем с вами. Вот такие вот книжки. Сегодня обязательно почитаю эту книгу. Ладно, я сейчас буду переодеваться и поеду в город. Решила порадоваться с вами. Второе издание это уже. Классно. Пишите ваши комментарии. Что Ваня делает? Что ты делаешь? Крутишься? Да, вот так вот. Все, покрывало сборанил. Жопа, жук навозный. Оксана тут сидит, смеется только с Ваней. Ладно, я поехала в город, а они остаются. Брат за вами будет смотреть, да, Ваня? Ваня, пока? Кака. Это что за слово кака? Так, упадешь. Нельзя, я сказала, угомонись. Ляг, поспи. Не хочешь? Ложитесь вместе с Оксаной. А что нет-то? Ложитесь, спите. Что-то все учебники опять раскидали. То у Светы учебники. Ладно, сидите, смотрите мультики. А я поехала в город, хорошо? А я поеду в город, ну? Ну-ка, сядь. Потом другое, нету другого. Все, вот эти только мультики. Все, я поехала в город. Пока! Ваня, говори всем пока-пока. Всем пока-пока. Ваня, скажи всем пока-пока. Скажи сначала всем пока. Молодец. Съездила я в город и заехала еще на оптовый. Ну, и съездили, взяли 2 мешка комбикорма для курей. Все. А, еще зашла это в магазин, ведь орешки взяла, я забыла. Деткам орешки взяла. Сейчас только хорошо вспомнила. Сейчас покажу. А, достать еще не могу их. Вот такие вот орешки деткам взяла. Сгущенкой. Подожди, Оксана, сейчас дам. Сейчас немножко погреюсь, и надо в садик уже будет идти. Потом приду, печку надо будет затопить. У меня от этой маски уже все болит. Ладно, дорогие друзья, сейчас немножко погреюсь и в садик пойду.